Вы видели, фильмы прошли совершенно разные. Фильмы были о войне, фильмы были и о наших горожанах довоенного времени. Это искусство, это культура, это наше тяжелое военное время. Ребенок прожил вместе с этим героем целую историю страны. И ни один классный час, который вещает, или беседа, которую вещает один человек, монолог, не даст столько, сколько это дал данный фестиваль, данный фильм, который ребенок сделал с нуля и получил результат. Я считаю, что сегодня была слава и гордость нашей великой страны на сцене через наших детей.